да сокрушаться под знаменем образа креста твоего вся сопротивные силы, да сокрушаться под знаменем образа креста твоего вся сопротивные силы, да сокрушаться под знаменем образа креста твоего вся сопротивные силы. Молим тебя, Господи, да отступят от нас вся воздушное и неявленное привидение, и да не утаится в Одессе и демон темный, ниже да смидет скрещающимся дух лукавый, помрачение помыслом и мятеж мысли наводяй, но ты, Владыка всех, покажи воду сию, воду избавления, воду освящения, очищение плоти духа, ослабу уст, оставление прегрешений, просвещение душ, баню покибытия, обновление духа, ценоположение дарования, одеяние нетления, источник жизни, ибо реклайте, Господи, измытьтесь, очисти будете, отымите лукавство от душ ваших, да даровалось и нам свыше паки рождения водой и духом, явися, Господи, на воде сей, и дашь притворитесь не крещаемому, воеже отложите убо ветхого человека, тлей ему по похотям прелести, облещися же вново обновляемо по образу создавшую ее, да быв страстным, подобие смерти твое крещение, общение и воскресение будет, и сохранив дух, дар Святого Духа, и возвратит залог благодати, приимет почесть вольное звание и сопричтется перворождением, написанным на небеси. Скажи тебе, Бозе и Господи нашем Иисусе Христе, яко тебе подобает слава, держава, честь и поклонение, купи с обезначальным Отцем, пресвятым твоим же творящим твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Мир всем. И Духове Твоему, проходите, что вы там стоите. Главы ваши, Господи, преклоните. Владыка, Господи, Боже наш, Отец наш, сущим ковчезе, ныне голубицы, по славе, сучец масличный, имущий во устях, примирение, знамение и спасение, же от потопа и благодати таинства, он и предобразивый, и масличный. Вон мем. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Вон мем. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Вон мем. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Благословен Бог, просвещая и освящая всякого человека грядущий мир, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Помазуется раб Божий, младенец Платон, елеем радования во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во исцеление души и тела. Руцы Твои сотвористи и создаст Тебя. Немножко. И во ежеходите по стопам заповедей Твоих. Так, ныряй. Крещается раб Божий Платон во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого Духа. Аминь. А, все. Вытирайте ее. Вытирай все. Помогай вам окрестно. Давай, помните место, вытирайте. Все, 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 все. Без
закон не познал, и греха моего не покрыл, грех не исповедал, беззаконие моего творил, и ты оставил себе честь сердца моего, за которого я хочу тебе всяк преподобный во время славы требуется. Все, 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 все. Вижу правду во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Все, 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 все. Прав Божий платон, хватит славы. Все, успокойся. Ой, ты позже мой. Если мы когда все были солнце правды, воссияв и слышал от мир, верь спасение, явление мирового Твоего Сына и Бога нашего, и даровал нам недостойное блаженное очищение во святой воде, божественное освящение и животворящее понадобие, и же имени благоволим, так и родить работу, но пресвященно водою и духом, и вольных, и невольных, и восстановленных, и здоровых, сам родителям, все царю благотворным, дарим нам отвечать даром сатан, и всесильного и поклоняемого Твоего Духа, и причастие Святого Святого Честной Крови Христа, Твоего Сохрани Ее. Я сейчас буду помазать ее, а вы будете каждый помазать, и будете говорить аминь. Печать дара Духа Святого. 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 Уже все позади. Печать дара Духа Святого. Печать дара Духа Святого. Печать дара Духа Святого. Печать дара Духа Святого. Просвещение мое, Спаситель мой, кого боюсь. Господь, просвещение мое, Спаситель мой, боюся. Господь, защити тех живота моих, кого страшуся. Господь, просвещение мое, Спаситель мой, боюся. Господь, просвещение мое, Спаситель мой, боюся. При мудрость, кривного послания, потому пропала. Он мне, братья, Велица во Христа и крести там вся, смерть ее крести там вся. По грибокам, требованным крещением свет, да не я же в ответ и нашу лет, им распяться, да упразднится тело грехом. Я прошу на греху, помышляйте себе мертвым, но быть греху. Живым же Боге, о Христе Иисусе Господи нашем. Вот, Боже, успокойся. Растревожили. И больше Галилею гору, а мы же поведение Иисуса, и видим, что его поклонившийся ему, он же всегда есть во все дни, до скончания века. Аминь. Слава тебе, Господи, слава тебе. Ой, опять он. Помимо нас, Боже, помимо нас, Святой Боже, все помимо, помимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще нам сегодня восстановится нашим содержим подарок Руси, и остановится нашим блаженщим митрополитами, и остальни нашим живопресвященнейшим митрополитами, и о всей Христе братьей нашей, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, восприемников, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Еще молимся о новопресвященном, ради Божьем, Платоне, и о еже сохранении быть ему, вере, чистого исповедания, вся во всяком благочестии и исполнении заповедей Христовой, я не глотаю,
яко милость девичьего болезнь, Божечки доставлено с вами Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне и присно на веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи помилуй, избавление грехов святым крещением, рабу Твоему даровалы, и жизнь поки рождения не подавы. Сам для Бога Господи, просвещение мира Твоего, сердце Его, пожалуйста, главы, щит, вера Его, не наветован от врагов соблюди, не тление одежду, ею заодеющим с верным, в нем и неблазненно сохрани, нерушимую, в нем духовную печать, благодатью Твою соблюдая, милости или мужей набывая, по множеству щедрот Твоих, яко благословися и прославися, и часов и это имя Твое, Отцу и Сыну и Святого Духа, ныне присно, и во веки веков, аминь. И сохрани его силой Твоей власти, неправое обучение сохрани, из подобия уже вечной, и в Твое благовождение, яко Ты и все священие наших веса восылай, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно, и во веки веков, аминь. Воспринимается раб Божий Платон.
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Иже мы Иордане креститься изволивали. От Иоанна нашего ради спасения Христос, истинный Бог наш, молитвою пречистой своей Матери, Святославных Сихвальных апостолов, святых праведных Отец, яки Маянны, всех святых, помилуйте спасет нас, яко благ, и человека любит. Хочу вам напомнить о том, что вы берете на себя большую ответственность. Потому что, когда крестится взрослый человек, он сознательно идет на таинство крещения. Он осознает все, что происходит и что делается. И именно крещение происходит на взрослом человеке, когда он действительно верит в Бога. Младенец, он сейчас не может отвечать за себя. Так вот вы как раз восприемники, и вы берете на себя вот эту ответственность, что берете все, то, что вы будете теперь помогать родителям, воспитывать ребенка этого, чтобы он пришел в вере православной, чтобы он жил с Богом. Потому что у нас два пути есть. Или мы будем жить с Богом, или мы будем жить с бесом. Третьего пути у нас нет. Просто нет. Так что и вы, как взрослые родители, должны сами креститься и молиться. И самое главное, до конца своей жизни вы должны теперь молиться об этом младенце. Вырастет он даже, большой уже будет, но вы должны все равно молиться, потому что это будет ваше духовное чадо. Вы за него должны, и в ответе будете пред Богом за него. Потому что вы сейчас вот дали, вы отрицались от сатаны, вы давали здесь торжественное обещание, вы здесь кланялись. Вот, так что вы теперь взяли на себя большую ответственность. Воспитывайте, помогайте родителям воспитывать ребенка, не забывайте. Потому что у нас бывает такое, совершается покрестили, крестные родители там сели, водочки попили, разбежались, и потом на следующий день и в дальнейшем не поняли, кто кого крестил и кто где, чего вообще-то совершилось в этом деле, понимаете? Так что я вам хочу напомнить, чтобы вы всегда об этом помнились. Все, с Богом, ангела-хранителя вам. Успокоился, Платон, он спать уже хочет, на глаза закрыл. Сейчас я выпишу свидетельство о крещении. Да, поставьте туда на аналогию. Придется его домой забирать. А потом, короче, он куда-то делся, ушел. Вот все равно что-то. Прогнали или, ну, не знаю. Позвала, наверное. На зиму, может, мы бы его и забрали, но уже он ушел. Да. Конечно, кошачьи истории. Ну и кота как-то. Стасик был против, чтобы мы его домой забирали. Представь, он уже без привычки, он же песок, чтобы сходить. Там этот песок весь, как вот так вот весь выроет. Еще Лёля приходила, я такой цивильный кафель, все сделано, и песок на полу скрипит. А невозможно было. Он залазит туда свое, вот это вот все разгребает, вот так вот все. Юра вечно там рысь. А если... Сейчас нам было. Да, в бумажке он по-маленькому еще мог скрипеть. Ку-ку, скажи. Ку-ку, Платошка. А где Платон? Он вот так. А где Платон? Платон, где Платошка? Где Платоша? Пеноплен. А где Лев? А ну, пойдем. Возьму на руки.
он сидит. Я должна сидеть, не шевелясь. Лапами, пошло зубами, когтями, раз, я уже мама, я уже все пылесосила. Ух ты, мамочки. Так, завтра запишу пылесос в руки. Да, ну, показываем. Ну, вот и все. Показал. Платон, а музыка? А музыка еще не знаешь. Сумочки. Платон. Это все я достану, скажи. Платон, иди сюда. А давай потанцуй, Платончик. Музыка играет. Платоша. Пойдем потанцуем. Пойдем? Пойдем. А, блин.